Кольц Фурии, Венера, Земля. Все 9 планет Солнечной системы расположились в подъезде многоэтажки по улице Германа Титова. Теперь помещение больше похоже на современное арт-пространство. Каждый метр используют по назначению. Появились полки для обмена книгами и парковка для колясок. Когда нам объявили, сказали, что потерпите немножко, тут будет немножко грязно, но потом будет все хорошо. Ну, чтоб так, настолько, прям не представляю, намного уютней, лучше. И рисунки красивые, и планеты на стенах, и подсветка. В принципе, все очень-очень даже. Вместо привычных ламп в подъезде установили светодиодные панели, а освещение на потолке сделали в виде небесных созвездий. Концепцию выбирали жители. Думали над водой и небом. Сделан он не случайно вот в таком русле, как космос, потому что дом находится на улице Титова. То есть само название улицы подсказало жителям. И, мне кажется, очень творчески и дизайнерски подошли ребята. Кроме того, что технически тоже были сделаны большие изменения. Это и двери, это привести все в порядок. Вот такие технические моменты, которые как бы были по желанию жителей. Мониторинг отремонтированных подъездов в округе ведут в рамках программы партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя». А ремонт входных групп осуществляют благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и его программе «Мой подъезд». В данный момент в Красномахимке два подъезда. Один на Горшина, дом 8, который изображен в виде природы. И в этом году он занял первое место в всероссийском конкурсе «Лучший подъезд». Сейчас мы открыли дополнительно еще один подъезд в новом виде. Мы также планируем его совместно с жителями подать, заявить на конкурс. Всероссийский конкурс «Лучший подъезд». Дизайнерские и ремонтные работы провела управляющая компания «Жилищные инициативы». В ежедневном режиме специалисты компании вместе с жильцами контролировали ход работ. В планах компании несколько дизайнерских подъездов в 2024 году. Управляющие компании подчеркнули, что жители любого дома могут обратиться в компанию с творческой идеей о реновации своего подъезда. Нина Липанова, Вильфред Зимковский, новости Химки ТВ.